нас, во-первых, праздник большой. Вот, мы к нему готовились долго. И сегодня, очень трепетно, на самом деле, волнительно. Я думаю, что у Платона так же, да, Платон? Угу. Тебе какие еще ощущения? Тебе радостно? Да, мне очень радостно, что я вырос, я иду в первый класс. Это все очень здорово. Вы знаете, 37 лет у меня уже эмоции, потому что мой стаж 37 лет. Но сегодня у меня первый класс, замечательные дети, настроение праздничное. Все прекрасно, все замечательно. Мы знакомились с ребятами, у нас были родительские собрания. Родители приняли активное участие в подготовке класса к 1 сентября. Поэтому, я думаю, сегодня у детей будет прекрасное настроение. Помните, что вы носите гордое звание лицеист. Хочу обратиться к родителям. Я знаю, что многие поколения учатся в этой школе. Хочу пожелать вам терпения, поддержки в учебе наших детей, чтобы вы для них были всегда опорой. Мне нравится 1 сентября, я встречаюсь со своими одноклассниками. Мне 1 сентября нравится. Да, лето я хорошо провел, я летом готовился все время. И сейчас уже жду нетерпением открытия школы, буду хорошо учиться, набирать знаний и в дальнейшем уже поступать в хорошие вузы. Первый класс. Я волнуюсь. Волнуешься. У меня это первый ребенок, и у нас 1 сентября. Конечно, это очень волнительно, трогательно, что ребенок уже вырос, начинается новый этап жизни. Поэтому переживаем и надеемся, что все будет хорошо. Мне очень приятно видеть среди вас очень много знакомых и друзей, которыми вместе мы учились в стенах этой школы. И радует вот эта замечательная традиция преемственности, что вы привезли сюда своих деток, и, может быть, уже даже не первых деток, поэтому здорово. Дорогие дети, для вас это новый этап в жизни, это увлекательное время приключений и получения знаний. Хочется всех поздравить с праздником, с Днем знаний, друзья!